По преданию, этот строгий образ Пресвятой Богородицы был написан евангелистом Лукой, лично видевшим Преснодеву Марию. Почитание этой иконы на Руси неотделимо от истории государства российского. 26 июня православные отметили память Тихвинской иконы Божией Матери. Этот образ почти 5 столетий пребывал на Святой Земле, затем стал одной из главных святынь Византии. И однажды чудесным образом исчез из хранилища, чтобы светозарно явиться на небе над Ладожским озером. 7 раз икона являлась людям близ Великого Новгорода, у реки Тихвинки, и лишь по молитвам далась им в руки. Именно с этим явлением связано первое летописное упоминание Тихвина в 1383 году. Для чудотворной иконы, весть о которой дошла и до московского самодержца, была воздвигнута деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Она не единожды горела, но каждый раз святой образ Девы Марии оставался нетронутым. В начале XVI века на деньги великого князя был возведен каменный храм, куда с почестями перенесли Тихвинскую икону Божией Матери. Во время собирания русских земель чудесное обретение образа Пресвятой Богородицы получило новое толкование. Святыня оставила Римскую империю и Второй Рим, которым называли Константинополь, за попрание веры и христианской морали и явилась на Святую Русь, ставшую Третьим Римом. По велениям Иоанна Грозного в Тихвине основывают Богородичный Успенский мужской монастырь. Царь считает чудотворную икону своей покровительницей и заступницей и выводит почитание святыни на новый уровень. В 1552 году во время похода на Казань Иоанну IV явился сияющий образ Тихвинской Богоматери, который укрепил его на одоление вражеских сил. После похода царь основал здесь монастырь, подарив ему список с чудотворной иконы, написанной в Тихвине. Есть множество свидетельств о помощи Тихвинской святыни русскому воинству и в Северной войне со шведами, и в противостоянии Наполеону, и Великую Отечественную войну 1941 года. В 20 веке во время военного лихолетия икона оказалась на оккупированной территории и была вывезена из страны. После длительных странствий чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор американского Чикаго. По завещанию настоятеля этого собора, долгие годы трепетно сохранявшего древнюю икону, святыня должна была вернуться в Россию только после полного возрождения Тихвинской обители. Так и случилось. 15 лет назад Тихвинская икона Божией Матери с почетом вернулась на свое исконное место в Тихвинский мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Этот Торжокский храм называют по-разному и Старовознесенской, и Тихвинской, и просто деревянной церковью. Но как бы он ни именовался, главным остается уникальность этой церкви, впервые упомянутой в Песцовой книге Потапа Нарбекова в 1625 году. В 1653 году обветшавший или сгоревший храм был построен заново, и его зарисовал в 1665 году голландский путешественник Николаас Витсен. Судя по этому рисунку, этот храм напоминал отдаленно церковь, Никольскую церковь в Ширковом погосте. Только он был увенчан 3 главками, судя по этому рисунку. Существующее в настоящее время здание построено в 1717 году, как указано в церковных документах церкви, в документах Тверской епархии. Со временем церковь стала приходить в негодность с годами, и прихожане построили Нововознесенскую церковь, вот она рядом здесь находится, в 1854 году. И хотели разобрать это здание за его ветхостью, а бревна продать в другой приход или вообще пустить в костер. Но Тверской архиепископ Филофей, любитель старины, запретил им уничтожать, как он сказал, сей дивный памятник церковной старины. Ну, поэтому его не уничтожили. Однако, поскольку приход переместился в Нововознесенскую церковь, оставшийся бесхозным деревянный храм начал потихоньку разрушаться. Под опасностью полной утраты оказался редчайший памятник русского деревянного зодчества. Это вызывало такое очень негативное отношение местных любителей истории, среди которых был настоятель Борисоглебского монастыря, архимандрит Арсений. И он пытался каким-то образом
сорганизовать граждан именитых Торжка на реконструкцию или перестройку этого здания. Ну, пока он не нашел никакого ответа, но зато это получилось у Жизневского, знаменитого тверского историка, да, основателя Тверского музея. Управляющему казенной палатой и ревностному хранителю церковной старины Августу Казимировичу Жизневскому удалось убедить старосту Нововознесенской церкви Алексея Кузьмина не оставлять без попечения деревянный храм. Тем более, что род Кузьминых издавна относился к приходу Старовознесенской церкви. Как свидетельствуют писцовые книги с начала 17 века. В итоге реконструкция старого храма заняла даже меньше времени, чем предполагалось. 5 октября 1883 года при стечении большого количества народу представители Твери и Торжка, общественности Твери и Торжка, в присутствии Жизневского и Тверского губернатора Сомова, архиепископ Тверской и Кашинский Савва осветил вновь восстановленный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, которая издавна почиталась в этом приходе. Чтобы как бы сохранить преемственность старому посвящению, этот храм стали называть Тихвинской Старовознесенской церковью. Сегодня эта церковь выглядит не совсем так, как выглядела в 18 веке. На том месте, где сейчас проходит дорога, находилась обширная паперть, разобранная в начале 19 века. А в 1770 году с северной стороны Вознесенской церкви был пристроен небольшой храм, освященный в честь Зосимы и Саватия Соловецких. В конце 18 века в храме появился предел преподобного Нила Столобенского в знак благодарности за исцеление. Архиепископ Тверской и Кашинский Асав получил исцеление от какого-то недуга от мощей по молитвам Нила Столобенского. И для в благодарственный молебен он ехал через Торжок в Нило-Столобенскую пустынь, и по ходу своего движения в Торжке он пытался увещевать местных раскольников-стабрятцев, которых очень много в Торжке было. Вот, и они такие латентные были. И ну, как бы предложил прихожанам устроить предел в честь этого Нило-Столобенского. К середине 19 века этот предел дал трещину. И в нем уже стало небезопасно служить. И в то же время, когда уже была построена Нововознесенская церковь, эта церковь была разобрана. Но в Нововознесенской церкви был освящен предел в честь Зосимы и Саватия Соловецких. Впрочем, церковь интересна не только своей долгой историей и сражением с разрушающим действием времени. Она, как и многие другие старинные здания Торжка, бережно сохранила черты предыдущих архитектурных стилей. Это мы видим и в Борисоглебском монастыре, где строение середины 18 века полностью копирует многие архитектурные приемы, характерные для века 17. В геометрической стройности линии Тихвинской церкви явно просматривается прозрачный символизм старых русских церквей, в более поздние годы затуманенный влиянием европейского зодчества с его архитектурными изысками. Она состоит из трех частей. Верхняя часть – это главка с крестом символизирует Церковь Небесную во главе с Христом. Нижняя часть, или кафоликон, квадратная в плане, это образ земли, земного, то есть мир людей. А уменьшающиеся три восьмерика – это переход из мира людей в Царство Небесное, то есть Церковь Небесная. То есть то, что объединяет земное с небесным, Бога с человеком. То же самое, такая же трехчленная структура видна и по горизонтальной оси. Это притвор, основное кафоликон или основное здание, и алтарь. То же самое, алтарь – это образ Царства Небесного, кафоликон или основная церковь – это мир людей, и предел – это мир там кающихся, еще не нашедших как бы не обретших себя там в церкви. Внутри церкви еще более ощущаешь глубокое смысловое наполнение каждого элемента, каждой детали росписи, так невероятно напоминающей провинциальный извод ушаковских письмен. И многовековую связь с традициями новгородской земли, к которой вплоть до конца 15 века относился Торжок. То, что мы сейчас вот здесь видим из убранства, это ну, даже жалкими крохами назвать нельзя. Церковь была очень внутри богатая, а она нетронутая была перед революцией. Сохранялись многие древние святыни, иконы старинные сохранялись и 16 века. Значит, каменные кресты по преданию, которые были вырезаны еще при Ефреме, основателе Новоторжского монастыря. И она была вся расписана. Вот тут вот наверху
росписи прям по бревнам. Редчайший вид росписи. Он очень похож на то, как расписывали на севере, в Сибири, избы. Традиция была прям по бревнам. Вот, замечательно. К сожалению, сохранилось только под куполом. А небо, так называемое небо, которое венчало вот эти росписи, оно находится в музее иконы 17 века. Сегодня венец иконописного комплекса церкви, икона неба Новозаветной Троицы, представлена в экспозиции Всероссийского историко-этнографического музея. А в Тихвинской церкви под самым сводом сохранилась уникальная роспись, выполненная по доске клеевыми красками, редкими для Тверской земли. Символическое значение восьмеряков, которые обозначают, символизируют переход от земного к небесному, от божественного, от человеческого к божественному, то есть церковь небесную, эта символика повторяется здесь на стенах росписи, где представлены три отца, основателя церковно-православного вероучения: Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов. Также здесь находится с восточной стороны икона Божьей Матери Знамения. Она здесь помещена не совсем случайно. Ну, понятно, что это знамение, которое было Богородице, это, значение этого образа было Богородице, все девы во чреве примет, младенца и нарекут его Иммануил. Вот это вот пророчество Исаии о Богородице будущее и представлено на этой иконе. То есть Христос, младенец, изображен как бы еще не явленный во чреве самой девы, и дева как бы сама не явлена. Почему, опять-таки, находится в этой церкви изображение иконы Божьей Матери Знамения? Дело в том, что эта икона Божьей Матери Знамения считалась покровительницей Новгорода, в состав земли которой Торжок входил со времен своего основания, вплоть до XVIII века. Этот образ находится в Софийском соборе, и этой же иконе посвящен большой Знаменский монастырь, который стоит расположен недалеко от храма Ильи, храма Спаса на Ильине. В Торжке здесь еще в середине XVIII века сохранялись древнерусские традиции. Кроме того, здесь находился очень резной иконостас большой, в котором было много резных икон, и венчало весь иконостас, вот там видны остатки, такое П-образное, Т-образное. Это распятие с предстоящими Богородицей и Иоанном Богословом. Такой же меньше резной иконостас находился в пределе этой церкви, который хорошо отражен, значит, на фотографиях. Престол тут всегда был один. Церковь неотапливаемая была. Вот отопление – это роскошь уже более поздняя. Где-то в XV веке появилась у нас первая отапливаемая церковь, домовая церковь новгородского владыки. А так, конечно, в наших храмах молились на холодке. Поэтому у нас вот в традиции у владык, значит, на посох материя, и чёточки у нас матерчатые, а в древности лестовки были, потому что, как вот воспоминания Павла Алепского, что железный пол в кремлевских храмах, это чугунный пол, тысячи поклонов великим постом и никакого отопления. То есть люди молились, и даже православных наших иностранцев удивляли своим настроем духовным. Видимо, благодаря этому духовному настрою, а еще энтузиазму людей, неравнодушных к истории Отечества и Церкви, Тихвинская Церковь до сих пор жива. Сегодня она приписана к приходу Николаевской Церкви. Здесь каждую неделю читают акафисты, иногда проходят богослужения и экскурсии. Но она по-прежнему нуждается в квалифицированной помощи, реставрации и наших пожертвованиях. Когда-то у западной стены храма было расположено кладбище. Позже, когда была построена Нововознесенская Церковь, погост расширился к востоку от нового храма, а по старому кладбищу прошла дорога. Местные жители уверяют, что по ночам здесь нередко плачут ангелы и надеются услышать ликующие ангельские песнопения, когда уникальная деревянная церковь будет полностью восстановлена.